Здорово, это влог из Сочи. Мы снимаем эту ставку в последний день, поэтому это и последний день из Сочи. Все, приятного просмотра. Время 11:13. Ну, это 23:13. Я собран, а она не собрана. Все, мы опоздали на поезд из Акати. Температура воздуха в аэропорту плюс 29 градусов. Рум-тур. Короче, это вход, это не балкон, это вход. Шкаф, кондей, Катя, две кровати, йоу. Чувак, это рэвчик. Холодильник, телевизор. Туалет, душем. Все вообще чистый кайф просто. Бля, только это в гору идти, прям в жесткую гору. Сколько минут? Ну, чуть-чуть. Минут 5 мы прям в гору вот шли. Тут только горы. Ну, там тоже нормально горы. Ну, короче, жестко. Жестко. С чемоданами вообще не круто. Это мой видеоблог. Идем завтракать, день второй. Как красивая проходочка. Цепь. Люблю больших. Люблю бомбастых. Люблю больших. И коренастых. Это пальма. Пальма вкусный. Кстати, все красивые кадры с этого влога можно найти у меня в телеграм-канале по ссылке в описании или в закрепленном комментарии. Только изредка сплакнут две души. Как же счастливы мы были тогда. А ты стоишь на берегу в синем платье. Пейзажи краше не могу пожелать я. И распахнув свои шальные объятия, ласкает нас морской прибой, бой, бой. А впереди еще три дня и три ночи. И шашлычок под коньячок вкусно очень. И я готов расцеловать город Сочи за то, что свел меня с тобой. И я готов расцеловать город Сочи за то, что свел меня с тобой. Короче, день какой, четвертый, кажется. Мы жестко заболели. Ну, я заболел. Катя вроде пока нормально. Но это пока. Лечимся, короче, вообще тут просто какой-то миллиард всего. И баночек всяких каких-то фиговин. Очень все это не круто. Не нравится. Но приходится. День шестой, утро. Мы с Катей оба разболелись. У меня в основном вот типа просто как простуда, там горло, ну все такое. У Кати ротавирус. В общем, весело отдыхаем, конечно. Максимально не завидую людям, которые тут живут и которые живя тут болеют. Потому что здесь всегда жарко. Не то, что не только летом, то, типа, и зимой очень всегда тепло. А типа болеть там в плюс 30 в тени, садиться там плюс 40 на солнце, это просто пиздец. Типа тебе надо там пить горячий чай, есть всякие супчики. А ты не. Ну это просто это физически невозможно. Так жарко на улице. Просто жесть. Короче, это очень жестко. Мы сейчас находимся.
находимся на набережной, которые гуляли, по-моему, в первый или второй день. Взяли, я взяла себе бабл ти, потому что мне нельзя кушать, в принципе. Вот, я надела себе чаёчек. Гера взял себе вафлю. Он знает, что я их люблю, но купил все равно себе. Потому что нельзя отказывать себе из-за других. Fighting dawn on day, away from the bodies. This paper and pen always been a weapon of choice. But it's feathered in lead, always second guessing my voice. So I'll sing. Смотрите, кусок уже уминает. Фига лёдный. Ну чё филарит? А даже чё, блядь, колбасу чё? Тебе цели колбасу, да? На тебя чё колбасу это? Там еще время от времени идет дождь. Если его нет, то. Но есть гром. Гром сейчас пахнет. В целом красиво, очень классно. Мне нравится. Красивее. Просто нет. Так, что нам еще, да, пришло за это время? Гречный салатик, который я подарил. Роллы с огурцом. Тут еще был салат с кальмарами, очень вкусный. Брускеты уже были. Офигенно красивые и вкусные пиццы с морепродуктами. Бомбическая. Все безумно вкусно и очень красиво выглядит. Пасту. Это паста, да. Это сверху мидии, конечно, но там вообще вон паста торчит внизу. Так, ну и десерт. Это брауни, что ли, мороженое. Я включил. Все варенье. Она из воздуха и
Я взял мороженое. Мороженое, бананишко там. А ты не взял мороженое. Но ты увидела вывеску. Я взял мороженое. Вроде сухой пока. Непросто, а кому сейчас легко? Да походу разберемся, кто кого чего. О-о. Все как всегда, меняется жизнь. День ото дня меняются люди. И видимо не зря, но вряд ли меняюсь я. Каждый прав, но это не я. У каждого видимо правда своя. А я то раз через раз, ни в голове, ни в глаз. У нас короче почему-то перевес. Непросто, а кому сейчас легко? Да походу разберемся, кто кого чего. Это огурцы. Мне холодно, я дома. Ну что, прошло почти полтора месяца с того момента, как мы вернулись с моря. Мы там еще долго все болели. Потом, что потом? Потом я лежал в больнице, где снимал, кстати, между прочим, тоже видео, которое тоже скоро выйдет. Потом у меня был день рождения, мы начали ремонт квартиры. В общем, очень много новостей, очень много всего что-то происходит, несмотря на там всеобщее плохое самочувствие. Но, короче, двигаемся, работаем. Сейчас мутится еще несколько больших шоу, которые тоже скоро, я надеюсь, там в течение месяца максимум выйдут. Вот. Так что все, подписывайтесь, ставьте лайки, ждите, что там надо говорить обычно в конце больших видео. Всем спасибо и пока!